Стихотворение посвящено встрече Марины Цветаевой с очень известным, популярным в то время режиссером театральным Завадским. Когда она столкнулась с ним на лестнице, и у нее замерло сердце, потом вот родилось такое стихотворение Диккенсова «Ночь». Я помню ночь на склоне ноября, туман и дождь при свете фонаря. Ваш нежный лик сомнительный и странный, по-диккенсовски тусклый и туманный, знобящий грудь, как зимние моря. Ваш нежный лик при свете фонаря, и ветер дул, и лестница велась от ваших губ, не отрывая глаз, полусмеясь, свивая пальцы в узел. Стояла я, как маленькая муза, невинная, как самый поздний час. И ветер дул, и лестница велась, она меня из-под усталых вежд. Струился сон сомнительных надежд, затронув губы, взор змеился мимо. Так серафим томимый и хранимый таинственною святостью одежд, прельщает мир из-под усталых вежд. Сегодня снова Диккенсова ночь, и тоже дождь. Ни мне, ни вам, и так же хлещут трубы, и лестница летит, и те же губы, и тот же шаг, уже спешащий прочь. Туда, куда...